Итак, друзья, всем снова привет, с вами не Нави, игра Rock Hearts, и мы продолжаем ее проходить. Так, начали спрашивать, как сделать улучшение навыков, то есть как себя прокачать, как развиваться, находясь на том же уровне, не имея новых вещей, но как-то расти и убивать, проходить дальше. Ребят, все очень просто, заходим к Смиту. Нажимаем Decompose, забрасываем сюда все вещи, которые у вас есть, нажимаем и получаем ресурс RP. Именно этот ресурс дается при декомпосте. После этого мы заходим во вкладочку скиллов, они же навыки, и прокачиваем тот навык, который нужен именно тебе. Все зависит от того, в какой класс ты будешь себя вкачивать. Условно здесь классов нету, но у каждого из нас есть бэкграунд с прошлых игр, и каждый для себя знает, кем он привык и любит играть. А для этой данжи, для этой игры я взял для себя стратегию играть именно танком. Соответственно, мне не нужны отбросы, мне не нужны оглушалки. Это все круто. По возможности мы его тоже будем прокачивать. Но основная моя цель — это очень много доспеха, много дефа, много хп и навык, который за один раз, собрав вокруг себя толпу, сможет ее повалить. То есть для меня круче всего подходит клиф, смерч, который моментально наносит дамаг всем вокруг меня. Прокачка этого навыка с первого на второй уровень дает всего плюс 5%. Но это только один уровень. Так, повышаем. Следующий уровень уже идет тоже плюс 5, на который нам надо 54 РП. РПшечка — это, наверное, самое сложное, что добывается, потому что зависит только от рандома. В зависимости от того, что выпадет тебе и в каком количестве от прохождения данжа. Золото у меня лично полно. Не знаю, как у вас. Прокачал до пятого уровня. Получается, сейчас мы наносим 170. А вот следующий, ребят, внимание. Следующий уровень уже плюс 20 идет. Это уже неплохо. Плюс 20% за прокачку плюс одного уровня. Это очень круто. Всего пишет, что максимально на данный момент прокачать 10 уровней. Поэтому, ребят, прокачка — это несложно. Главное — определиться с классом и со своей стратегией. Всем спасибо, обращайтесь.